Почему-то в инфляция в Киргизии 14%, инфляция в Узбекистане 10%. А там что, другие проблемы, что ли? Ну вы извините, ну как мы можем объяснить нашим избирателям, что богатейшая страна, я подчеркиваю, они нам говорят, как так, богатейшая страна, страна в СНГ, а такая огромная инфляция? О чем вы нам говорите, слушайте? В той же, слушай, воюющей стране России, то инфляция меньше. Обложили все полностью. Почему у нас 22%? Вы можете объяснить, в конце концов, что вы нам говорите какие-то заумные вещи? Нам даже надо проще объяснить нашим избирателям. Они же не академики. Они идут, работают, получают гроши и покупают кое-как. Ну, о чем вы говорите? А то, что вы сегодня сказали, я 9 лет, 9-й год здесь работаю с сенатором. 9-й год вот это вот с этой сцены так и слышу. Проценты, заявки, ничего более. Ничего конкретно не можете сказать. Спасибо, извините за тон.